Всем привет, мои друзья, с вами Акуленок. Сегодня мы будем смотреть обзор на Брайана. Я лагаю. Я его уже смотрел, но на видео не записывал. Так что давайте я вам... ну, все по-любому смотрели. Ну, посмотрите еще раз. И давайте не будем медлить. Начинаем лепить лосика. Давайте наберем 5 лайков. Или 3, или 2, или 1, или 0. Ну, впрочем, ладно. Поехали, давайте 5 попробуем набрать. И погнали! Да! Неделя без сна не прошла даром. К турниру по доте готов. Уже 3. Пора сделать кофе. Блин, что за лак? Какой нафиг лаг? О, парень, ты, походу, переиграл. Ладно, пора спать. Подъем! Залипаешь за компом до утра, потом спишь весь день, Ты явно не в духе. Ладно. Спишь весь день. И тебе доброе утро, моя отсталая подруга. Стоп. Мне показалось, ли это сейчас было очень похоже на лаги? Прямо как в видеоиграх. Да не, бред какой-то. Чего тут делаешь? Вот приехала к тебе, к моей кровинушке, к моей говнюшечке. Мам! Тебе блинчиков своих любимых пожарить? Ты же любишь, как мама готовит. Уйдет! Я вообще-то из-за этого и съехал. Врачи сказали, что я на таком питании протяну максимум пару лет. Блин, у тебя молоко есть? А то она квасе жарила. Мам, ты чего, зависла? Зашел в комнату, больше такого не будет. Блин, правда? Что за фигня творится? Раньше все игры, это все твои компьютеры! Мам, ты зря приехала. У меня сегодня важный день, я участвую в турнире по доте. Турнир? Ты что, опять вернулся в бальные танцы? Что? Дота — это компьютерная игра такая. Это когда он по роже. Очень интересная игра. Откройте, это судебный пристав. Ну, сына повидала, мне пора. Ботан, слушай, тут такое дело. Если лаги в жизни такие же, как и в компьютере, значит, нужно справляться с ними точно так же. Так, Ботан, давай ближе к сути. У меня через 2 часа турнир по доте. Если эти лаги не прекратятся, то все пропало. Возможно, ты пытаешься жить на максимальных характеристиках. Предлагаю попробовать поставить минимальные настройки. Сраный туберкулез. В том, что мы живем, большая заслуга тигры. Хороший кот. Да, правда, костлявый немного. Ну и изжога от него. Вот, накидали у метро. Но почему-то мало кто верит, что я бывший ветеран войны, у которого ребенок нуждается в операции. Ботан, ну их эти минимальные настройки. Верни все, как было, пока я коньки не отбросил. Ну нафиг, жить на минималках не вариант. Ботан. Ботан, ты, походу, лагаешь, причем очень сильно. Ботан, у тебя что-то с текстурками. Не подходи ко мне. Ну, нафиг.
происходит? А? Что происходит? Пап, как это остановить? Почему я проваливаюсь? Нет! 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 Турнир через 15 минут. Где этого Брайана носит? Я не знаю, что делать. Как мы будем начинать с него? Привет! Если тебе понравилось это видео, то ставь 10 лайков. Ой, ты не можешь поставить 10? Ну, тогда 1. А также не забудь подписаться, чтобы не пропускать самые новые видео. Ой, кажется, опять началось. Я лучше пойду. Ну, на этом видео заканчивается. А колено, кстати, лайки, подписывайтесь на мой канал. И напоминаю, давайте попробуем набрать 5 лайков. Не забывайте, это был Акленок. Пока-пока-пока.